Здорово, здорово, народ, канал Сыр Фокс. Сегодня двигаемся на одну из подмосковных речек, на Десну, район Девятска. Будем пытаться ловить на живца. Взял с собой спиннинг, на всякий случай, если не получится взять живца найти, поймать. Вот, взял подъемник и 5-литровую бутылку обрезанную для живца. Кан не стал тащить, он все-таки тяжеловат немного. Вот, ну и посмотрим, что из этого получится. Подъемник с собой сейчас попробую половить. Может, если повезет, штучек 5 хотя бы живчиков поймать. Попробовать. Будем ловить на живца, на поплавочную удочку 5 метров. Посмотрим, что из этого получилось. Пришли на речку, сейчас походил по берегу, прокидал по своим точкам, по дежурным, пока ничего нету. Сейчас собрал подъемник, буду пробовать ловить здесь. Не знаю, как получится, нет чего-нибудь. Малька. Малек, смотрю, играет сейчас под берегом, такой небольшой омуток. Попробуем, прокидаем. Вот так это выглядит, как оно есть. Подъемник метр на метр, ячейка один на один. Сантиметр на сантиметр. А вон там все в тумане. Туман еще держится, но сейчас ветерок поднимется, его здесь не будет. Спиннинг лежит. Сейчас прошел, кидал. Пока ничего, тишина. Будем пробовать ловить малька. Короче, с живцом вообще беда. Ходил, гонял, гонял. Подъемник так ничего не поймал. Хотя малька очень много играет. Сейчас подошел к поплавочнику на берегу. Разговорились. В концовке он мне дал одну плотвичку. Ну, в принципе, все, что поймал. Вот. Сейчас я ее взял и спешу на муток. Попробую попускать там. Все это дело попробовал сейчас, свои старые места тоже прокидал со спиннингом, но что-то тишина полная, даже выходов нет, ни поклевок, ничего нет. Сейчас бегу на улок, посмотрим, что там будет. Живец есть, это уже хорошо. Туманы какие, камера не передает, везде стоит туман, как прям пеленой. Туман, туман, солнышко встает потихоньку. И вон там. Прям интересно даже. Июль месяц, а? Такой плотности тумана, вот там речка. Пришел на муток, сейчас поставил живчика, плаваю потихоньку вперед-назад. На поверку оказалось, что это не плотва, а голавлик. Сейчас насадил через жабры двойничок и закинул в то место, где вот у меня последний раз я здесь был на спине, где у меня выходила щучка. Такая килограмм полтора, может, кило 200, вот такая. Сейчас закинул, посмотрим, что получится, не получится.
Ну, дело техники. Главное, живца нашли. Я боялся, что поплавок будет у меня маленький. Живец крупный, да, он такой грамм, наверное, 100. Я на такие редко ловлю. В основном на мелкие. Ну, посмотрим, что будет. Сейчас чуть-чуть по спине покидаем. Оставим тонку здесь. И пойдем. 2 часа просидел на этой яме. Ни одного всплеска, ни одного выхода так и не видел. Сейчас, наверное, собираться буду. Буду уходить вниз по течению со спиннингом. Прокидывать. Пробует ловить на спиннинг. На живца не хочет, почему, не знаю. И нигде не вижу, чтобы где-то что-то плескалось. Не прогонял, даже окуня не видно. Обычно он под кувшинками где-то что-то обозначает себя, свое присутствие. Сегодня что-то как-то вообще дохло. До этого и ходил, были и выходы, и на воблер выходы, и на блесна были выходы, и поклевок было. Ну, в принципе, достаточно. Сегодня что-то как-то, то ли из-за установившейся жары, сейчас июль месяц, год 21-й, очень-очень жарко. Сейчас вот буквально часов, наверное, до 9 и уже будет. Очень-очень тяжело пребывать здесь. Сейчас отпустим живца и пойдем ниже уже ловить на спиннинг. Как-то так. Он очень много ставок делал на живца, но, видимо, как-то что-то пошло не так.
7-9 часов, сейчас прятался в тенек. Был один сход щуки, прям под берегом на убер. Небольшая такая, грамм, наверное, ну, на полкило, не больше. По живцу у нас ноль. На спиннинг увидел одну поклевку и подтащил к берегу. Под берегом сошла на убер. И пока все, сейчас, наверное, будем собираться потихонечку домой. Солнышко поднимается, уже разделся. Жарко очень. Надо уходить потихоньку, потому что сейчас он хищник, да и утром-то не брал. Сейчас, я так думаю, тем более не будет брать. Уровень в речке очень упал, сильно довольно-таки. Сантиметров, наверное, на 20-30. Для такой речки это много. Те места, где я раньше ловил на воблер, то есть проводка была нормальная, ровная, стабильная. Сейчас он уже везде цепляет по дну. Вот. Все, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Всего самого наилучшего. Пока-пока. Все-таки в завершении поймал одну. Сейчас подошел таки, ну, по своим местам, пока там по тушкам ходил, где до этого ловил. Сейчас обходил, сейчас еще одну щурку поймал. Эту я все-таки поймал, вытащил. Сейчас покажу. Маленький щипачок. Ну, есть вот на убер. Все-таки я ее вам показал. Не зря проходил, не зря столько пролазил. Зацепил воблер, полез на корягу. Ой, чего только не было, столько много событий на одну рыбалку. Прям жесть.